Дореволюційний будинок на Староказацькій, 48, під загрозою знищення. Ліпнина на стелі та каріатидах, тобто вертикальна підпорка під стелю у вигляді жіночої постаті, тривалий час ховалися під тимчасовими конструкціями. За словами охоронця, тут був дитячий садок, а коли почали розбирати пластикові стіни, тоді й побачили, що тут було. Тепер, припускає чоловік, будинок можуть знести. Зберегти будівлю та інтер'єри просить фотограф Олександр Волок. Чоловік випадково потрапив до особняка та показав його журналістам 9 каналу. Чи можна врятувати будівлю, будемо з'ясовувати далі. То есть смотрите, вот даже родная деревянный шарик даже остался еще с тех времен. То есть теоретически нужно как? Вот этот штырь мы поворачиваем, внизу полумесяц захватывает штырь в подоконнике. Окно заперто. Ну только я его до конца же довести не могу, чтобы сюда поставить, потому что там пена. И года сделали свое дело. Предполагаем, что это здание сначала было особняком, и вход у него был не с той стороны, где сейчас, а с противоположной стороны. А потом владелец еще до революции, видимо, надстроил второй этаж, заложил один вход, поставил с другой стороны лестницу. Но на первом этаже просто неимоверно красотища. Я такое больше нигде в городе не встречал. Но здесь кариатиды, таких, по-моему, в городе больше нигде нет. Оно приделано на дранку, дранка, алебастр и... Бревно, грубо говоря. С другой стороны, там, где кусок отколупали в попытке демонтажа, там это все видно. И приходил специалист, который сказал, что оно так и действительно дореволюционно, еще именно с тех времен. Я хочу хотя бы сохранить то, что есть. А потом мы разберемся, кому оно могло принадлежать.